Всем доброе утро! Я приветствую вас на своем канале, на канале Угалюнь в деревне. И вот утро мое началось с возмущения. Вчера этого не было, а сегодня не до. Валяются пакеты. И пакеты свежие. Вот детей у нас здесь нет. Даже пачки от сигарет, вон пачка. Детей у нас здесь нет. Ну, вы представляете, как люди нарочно, вот как свиньи. Вот зачем это делать, а? Ну, вот вообще. Вот вчера такого не было, я шла. А сегодня вот. И вот мне снять я даже не могу. Я так возмущена вся. Михаил весь в делах. Вот вчера с ним достали доски. Все замеряет, все делает. Дорогие мои, а я хочу с вами поделиться вот таким опытом. Уже несколько годов я сею к Пасхе на землю зерно. Чуть перчатку маловато, давай. Ничего. Вот я в тарелочку насыпала землицы. Вот так по краешкам. Уже приготовила. Так. И вот у меня зерно. Я на ночь замочила. Здесь пшеница и ячмень. Вот. И я ее распределяю по земле. Вот тут есть и вот и половиночки зерна. Ну, ничего. И у нас получится с вами такая красота к Пасхе. Зеленая масса. И на нее, на эту травку, ложить яички. И будет очень красиво. Мне нравится так делать. Может, кто на заметочку себе возьмет, тоже так сделает. Как раз за две недели. Какой две недели? Уже меньше остается до Пасхи. Ну вот, я разговариваю громко или не громко? Ну, нормально. То, что всем понятно. Сыплю зерно на землю. Прям вот так. Вот так. Зерна много набрала. И потом мы прикроем пакетом и поставим на подоконник. Или в теплое место на бойлер поставить. Вот, вот так. Все сделали. И сбрызну. Я петуни тут раз подкармливала. Циркон разводила, и он у меня остался. Вот сейчас я им побрызгаю. Под пакет и посмотрим, что будет. Ну а будет зеленая трава. Очень прикольно, красиво. Так, а у нас на сегодня на обед будет борщ. Я готовлю борщ с домашней уточкой. Вот. Ну, все любят борщ, все его готовят, все по-разному. Ну, я вам сейчас покажу, как я готовлю. Обычно, ну, вкусно.
Все ингредиенты я уже приготовила. Капуста, картошка, уточка, грудка сварилась. И борщевая заправка. Борщевая заправка своя. Без уксуса, если кто не дослышит. Я громко сказала. Научил меня готовить борщевую заправку моя сестра Любаша. Вот. Здесь нет... Главное, что здесь нет уксуса. И вот зимой... осенью я готовлю много этой борщевой заправки. Детям даю. И вот открыл баночку. Можно всю банку, можно полбанки. Ну, сколько получится. Смотря какая кастрюля. А вот еще я в баночках замораживаю. 3 в 1. Здесь петрушка, укроп и лук зеленый. Все, набиваю банку, закрываю крышкой, ставлю в морозильную камеру. Это вот тоже вот хорошая вещь. В пакетах оно не то, а в банках закрытых. Получается очень вкусное. Запах обалденный. Вчера, когда была на клубнике, пришла отсюда, с огорода. Михаил мне говорит. Ездил в ларек и купил твой любимый. Забыл, как называется. Я говорю, что же мой любимый? Ну, часы забыл. Вот в холодильник положил. Полезла в холодильник. А он купил пирожные. 4 штуки. Ну вот. Кошки кушать есть надо. Вот 4 было. Одну вчера съела. Вот сегодня. Миш, иди пирожные есть. Я не буду. Не буду, мне купил. Он боится поправиться. Ну, а я попью. Вкусно. И чай ресторанный. Ну, как вот там. Всем приятного аппетита. Это перекус перед обедом. Борщок мой кипит, целая кастрюля. А здесь варится круглая картошка. Кому вы думаете? Нуф-нуф, ниф-ниф и наф-наф. Они тоже любят. Вот так вот. Дорогие мои, вот еще хочу вам подсказать. Я тут раз купила удобрение фертика для петунии. Ну и вот прочитала, что тут внекорневая подкормка 1,5 грамма на литр воды. Ну, я решил подкормить. Вот, литр воды налила. Так, а весов у меня нету. Ну, шприц. Заставил Мишу обрезать шприц. Сейчас я его вытру насухо. Так. И вот берем вот так. Ну все так. Вот, нам надо 1,5 грамма. Вот где единичка, это будет 1 грамм. Вот, здесь вот единичка, 1 грамм, а 1,5 еще вот половиночку. Вот так. Вот так ставим. Вот это черненькое. Вот это черненькое, чтобы на 1,5 ставило, видите? Так, и вот так. Вот так насыпаем. Вот так насыпали. Вот, набрали. И воду. Вот. И все. И этим по листу опрыскиваем. Вот такая подкормка петунии. Вот так, если кому интересно. У кого нет весов, может пользоваться вот шприцом, обычным шприцом. А мне сейчас на окно поставить ограничитель. Он у нас был, но сломался.
то на окно или полностью открывается, или же чуточку, а это, чтобы средний был открыт. Ну вот, а я себе дала задание помыть сегодня всю в ванной комнате, потому что Пасха на носу. Лук сейчас вынесу отсюда, в ящиках он стоит, в уголке. Вот. Сниму жалюзи, помою, окно помою, потолок протру, стены. У нас котел какой культурный, аккуратненький. Так вот. Вот это все надо протереть, помыть. Показывать я вам не буду, как я буду делать. Потому что это неинтересно. Лазить, залазить, снимать это все. Ну, как наведу порядок, так все покажу. Все, а я начала заниматься делами. Так, ну вот, все, я навела порядок. Помыл жалюзи, окно. Так, по-хорошему нам уже ремонт надо делать. Панели стали двухцветные. Были зеленого цвета, стали голубыми половина. Ну, ничего, уже прошло 15 лет. Ну, так все помыло. Все вроде чистенько. Только кран у нас, правда, он течет. Сын купил, как приедет, привезет тогда. Поменяем. Ну, так вот все. Все помыло. Всем приятного просмотра, всем здоровья, добра, мира. Ставим пальчик вверх, подписываемся на мой канал «Уголёня в деревне». Всем пока-пока. Ну, у нас еще день не закончился, возим землю.